Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева, и я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В Самаре продолжает работу кинотеатр под открытым небом «Филин». Здесь крутят кинохиты прошлых лет, популярные мультфильмы и киноклассику. С собой обязательно возьмите подстилку, чтобы не сидеть прямо на ступенях, и средства от комаров. В субботу, 16 июля, планируется к показу фильм «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри и Кейт Уинслет, а в воскресенье японский мультик «Ходячий замок». Показ бесплатный, начало сеансов в 21:00. Найти летний кинотеатр легко, набережная Волги возле Ладьи. Все лето в трех самарских парках можно слушать приятную музыку в живом исполнении. Музыкальная суббота подарит вам хорошее летнее настроение. 16 июля с 17:00 в парке «Молодежный» публику развлекает лаунж-бенд «Авеню Бит». В 18:00 в парке «Дружба» инструментальная группа «Мишельс Бенд». В 17:00 на Воронежских озерах группа «Моралес Акустик Бенд». Репертуар самый разный – от задорных рок-н-ролльных хитов до романтических баллад. Отличный повод устроить свидание в парке. Каждую субботу в полдень в детской картинной галерее проходят мастер-классы по живописи для взрослых. Вы давно мечтаете научиться держать кисточку и делать высокохудожественные мазки? Спите и видите себя вторым Мане, но вряд ли отличите его от Мане? Тогда смело собирайтесь на этот мастер-класс. После каждого занятия вы уносите свою готовую картину. Материалы – акриловые краски, бумага, кисти – доставляются. Детская картинная галерея. 16 июля, 12:00. Улица Куйбышева, 139. Этим летом фестиваль «Инди-Ривер» вновь взбудоражит сердца всех любителей независимой музыки. Уже во второй раз меломаны встретятся на уютных лужайках усадьбы Алексея Толстого, чтобы вдоволь отдохнуть и потанцевать под композиции лучших групп Поволжья. Организаторы обещают приятные вкусности на фуд-зоне и уникальные сувениры от местных дизайнеров. Всех ценителей самарской музыки приглашает Литературный музей в субботу, 16 июля, с 17:00 до 23:00, улица Фрунзе, 155. Давайте потанцуем под хорошую музыку и на свежем воздухе. Мечта! Вы приглашены на сальса Open Air. В течение всего лета по воскресеньям при хорошей погоде на набережной танцуют сальсу. Музыку на площадке ставят диджеи, а выбор весьма разнообразен. Сальса, тимба, бачата, ча-ча-ча. Кстати, покрытие позволяет танцевать даже на каблуках. Запись не нужна, особые умения не обязательны. Набережная Волги, Некрасовский спуск, воскресенье, 17 июля, с 18:00 до 22:00. В галерее «Новое пространство» до 23 июля работает выставка «Волжский арт-экспресс». Проект посвящен современному изобразительному искусству Республики Калмыкия. Живопись, графика, скульптура, изделия декоративно-прикладного творчества от целого ряда художников из фондов Национального музея Калмыкии и частных коллекций. В субботу галерея работает с 10 до 20:00, в воскресенье – выходной. Адрес: проспект Ленина, 14А, областная библиотека. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!